А вы знаете, как проверить, нарушена ли у вас или ослаблена память, есть ли забывчивость, деменция, Альцгеймер и так далее? Все очень просто. Ранние признаки. Берем стопу, большой палец с внутренней стороны. Если вот здесь вот есть острота или натоптыши, мозоли очень сильные, то надо это место массажировать. Особенно с кремом, содержащим пчелиный яд натуральный. Каждый день. Это улучшает работу вашего мозга и уменьшает болезнь Альцгеймера, Паркинсона и других проблем, связанных с нарушением памяти. Ваш доктор Мен.